Ежегодный районный смотр-конкурс художественной самодеятельности по противопожарной тематике и на этот раз собрал в зале большое количество участников. Дети под руководством своих педагогов весьма творчески подходят к выбору сценария и атрибутов для выступлений. Нельзя разжигать дома огонь без родителей, то, что нельзя шутить спичками, то, что нельзя поджигать летом костер без взрослых. В составе жюри Эльвира Худякова, заместитель директора АЦЕФ, Инесса Сигитова, методист музыкального отдела, и Евгений Белебезьев, инспектор отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району. Команды начали соревновательную программу. По условиям конкурса состав агитбригады не должен превышать 10 человек. На выступление 10 минут. Маша, помни ты о том, что нельзя шутить с огнем. Кто с огнем неосторожен, у того пожар возможен. Новый год не за горами. Как его мы встретим с вами? Знают взрослые и дети. Правила простые эти. В выступлениях ребят пропаганда героизма и отваги бойцов огненной профессии. Рассказ о нелегкой работе пожарного. Конкурс на лучшее исполнение песни пожарной тематики позволил участникам продемонстрировать как личные вокальные данные, так и умением петь хором. Слаженность, оригинальность и гармоничность стали важными составляющими при получении заслуженных баллов. Изучение соблюдения детьми правил пожарной безопасности, привитие им навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами – это именно те цели, которые ежегодно ставят перед собой организаторы. Как показывает практика, каждый ребенок, принимающий участие в конкурсе агитбригад, знает, что любой пожар легче предупредить, чем погасить, и что даже маленькая спичка может обернуться большой бедой. Награждение победителей по итогам конкурса традиционно пройдет в январе. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».